В мире происходят серьезные события от Северной Кореи до Казахстана. Внимание всего мира ни Армения, ни Карабах, и этим пользуются азербайджанцы. Они хотят урвать по максимуму от Армении. В прошедшей войне вооруженные силы Армении понесли такие потери, что о боеспособности не может быть и речи. Кроме того, существует серьезная эмиграция, особенно среди лиц, имеющих детей армейского возраста. Многие сверхсрочники уходят со службы разочарованными. Все это создает благоприятные условия. Об этом в беседе с Fastinfo заявил военный эксперт Ван Амбарцумян. Применяемое ими оружие говорит о том, что они готовы к серьезному обострению ситуации. Граждане Армении должны быть готовы к этому в любой момент. Они попытаются оказать давление на военно-политическое руководство Армении, а также на граждан. Общественность боится войны. По словам Вана Амбарцумяна, стратегия Азербайджана заключается в эвакуации сюникских армян и взятии под свой контроль всех дорог. Эксперт отмечает, что Азербайджан продолжает вооружать свою армию лучшей военной техникой, а власти Армении заняты лишь раздачей бонусов. По его словам, вооруженные силы Армении уже не дотянутся до вооруженных сил Азербайджана. Поэтому Армения должна найти альтернативную систему обороны, которой является сотрудничество с Россией. Либо власти Армении должны пересмотреть свою антироссийскую политику, либо должна смениться власть. Власть, которая понимает, что у Армении такое географическое положение, что у нее нет другого выбора, кроме как сотрудничать с Россией. Добавил Ван Амбарцумян. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.